самого утра на лыжероллерной трассе собрались ребята со всего Подмосковья. Они приехали на фестиваль, посвященный Дню молодежи. Главная особенность праздника – любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет мог принять участие в соревнованиях по четырем направлениям – музыка, танцы, спорт и визуальное искусство. Несколько лет День молодежи в Подмосковье не отмечали. В этом году традицию возобновили по решению губернатора. Сегодня праздник проходит в такой же обстановке, атмосфере увлеченности, совершенно состязательности, азарта, потому что много площадок сформировано, где могут показать себя молодые люди и в творчестве, и в спорте, и то, как они проводят досуг, и на воркауте, любые, все наши площадки, они все задействованы на любой вкус и на любые интересы. В этом, наверное, и есть основная концепция нашего парка, чтобы люди любого возраста нашли здесь по душе мероприятие. В Одинцовском районе большое внимание уделяется развитию спорта. Именно поэтому одной из самых многочисленных по посещению площадок на лыжероллерной трассе стала спортивная. Тут и БМХ-еры, и спортивные гимнасты, и баскетболисты. Каждый показал себя и доказал, что его вид спорта лучший. Для творческой молодежи подготовили креативные площадки. Одни могли продемонстрировать свои вокальные данные, другие – почувствовать себя художниками, нарисовать граффити. Специально для них в парке оборудовали стену. Через час там появились настоящие произведения искусства. Вообще, это праздник, который касается почти пятой части всех жителей Подмосковья, потому что у нас больше миллионов в Подмосковье молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Сегодня их праздник, День молодежи. И я желаю каждому молодому жителю Подмосковья, чтобы он сумел найти в себе силы, желания для того, чтобы полностью реализоваться именно в том месте, где он живет, в нашем родном, любимом Подмосковье, в том городе или районе, где он живет. И я думаю, что мы сегодня будем делать все возможное, чтобы поддержать в этом стремлении наших молодых людей. Фестиваль помог объединить молодежь из разных городов Московской области. Более 2000 человек в течение всего дня соревновались друг с другом в различных дисциплинах. Старания молодых людей оценивали эксперты – спортсмены, художники и музыканты. Организаторы уверены, что проведение Дня молодежи станет хорошей и доброй традицией в нашем регионе. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».